Чтобы найти, нужно спуститься в салон. В центре салона трап, который ведет вниз. В баре вы можете приобрести различные прохладительные напитки, снеки, чипсы, сухарики, шоколад. По любым вопросам вы можете обратиться к экипажу, его легко узнать по фирменным футболкам. Сейчас наше судно покидает порт Сочи, и я хочу немного рассказать вам о нем. История морского порта Сочи начинается с 1872 года. В 1934 году создается Сочинское государственное пароходство, а в 1955 строится здание морского вокзала. Великолепное здание морского вокзала Сочи является архитектурным памятником города. Оно напоминает здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. В центральной части расположен купол, а из него возвышается шпиль. На конце шпиля изображение ордена Великой Отечественной войны первой степени. Орден имеет форму звезды с трехметровым диаметром. Сам купол украшен аллегорическими фигурами, изображающими мужчин, женщин и морских обитателей. Мужчины символизируют стороны света, женщины – времена года, а морские животные – богатство Черноморского побережья. Вместе со шпилем высота здания составляет 70 метров. Акватория Сочинского порта делится на две зоны. Одна из них – зона мелководных причалов, которую мы сами сейчас покидаем. Здесь швартуются суда малотоннажного флота. В глубоководной зоне останавливаются круизные лайнеры. Порт был реконструирован перед Олимпиадой 2014-го. И сейчас он может принять гораздо больше судов, чем, например, 6 лет назад. Сейчас на выходе из порта с левого борта мы с вами будем наблюдать плавучие ограждения синего, красного и желтого цветов. Это место обитания стражи порядка порта Сочи, военных белух. Белуха – это белый кит семейства дельфинов. Самые крупные самцы могут достигать до 6 метров в длину и весят до 2 тонн. В переводе с латинского – белуха – бескрылый дельфин, потому что у этих животных нет спинного плавника. Белухи обитают в Берингово море, Охотском, а в зимнее время года могут обитать и в Балтийском море. Эти милые животные специально обучены для того, чтобы охранять порт от диверсантов. Даже стоя на берегу, вы можете увидеть их во время кормления. Слева на береговой линии виднеется небольшая белая башня. Это сочинский маяк. Находясь на 35 метрах над уровнем моря, он указывает путь. Аккуратно.
Сочи. Большая просьба. Дополнение остановки швартовки судных причалов. Не покидайте своих мест. Присядьте, пожалуйста, действуйте в проходах. Не заграждайте обзор капитана.